Всем привет, мои хорошие! В этом видео я покажу вам подборку из самых уникальных товаров с AliExpress. Поехали! Интересная лазерная рулетка «Дальномер» в корпусе из алюминиевого сплава. Имеет встроенный аккумулятор, которого без заряда хватит примерно на 3600 измерений. Кстати, зарядить «Дальномер» можно через разъем USB. Кабель идет в комплекте. С помощью этой рулетки можно не только измерять необходимое расстояние, но и даже увидеть показания, которые высчитываются автоматически в виде площади и объема измеряемого помещения, например. Есть всего две кнопки управления, поэтому разобраться очень просто. Включение и выключение дальномера идет за счет центральной кнопки при ее зажатии, а при коротком нажатии сразу отображаются данные замеров на экране с подсветкой. Это будет идеальным аксессуаром для домашнего бара. Диспенсер можно использовать для различных напитков – обычной воды, ликера, вина, колы, спрайта и так далее. У диспенсера есть 4 пружинных держателя. Очень прост в установке, также прост и в эксплуатации. Диспенсер можно зафиксировать на стене, для этого в нем нужно поместить бутылку вверх дном. Также с помощью него можно отслеживать количество алкоголя, чтобы вовремя заменить бутылочку горячительного напитка. Эта самоклеящаяся пленка сделана в виде рисунка эко-кожи. Такой пленкой вы с легкостью сможете освежить любую необходимую поверхность, будь то столешница, панели в автомобиле или кухонный гарнитур, например. Пленка идет в рулоне, шириной 30 см и длиной 1,5 метра. Поэтому можно спокойно вырезать любой размер кусочка для оклеивания нужной поверхности. И, конечно же, не забудьте предварительно подготовить необходимую поверхность, очистить, обезжирить и протереть насухо. На вид очень интересное приспособление, я бы сказал, даже магическое. Это крутая конструкция, состоящая из основания и переплетенных друг с другом металлических нитей. Такое устройство необходимо для более равномерного распределения тепла от пламени газовой плиты или горелки. Как его использовать? Конструкция устанавливается сверху на необходимую рабочую поверхность, и после подачи газа все нити начинают раскаляться до красна. Смотрится этот процесс очень завораживающе. В комплект еще входят болтики, для того чтобы была возможность регулировать высоту установки. Автомобильный холодильник – это вообще must-have в поездках на дальние расстояния. А таким автомобильным холодильником можно еще и управлять пультом дистанционного управления. По размерам он достаточно компактный – 57 на 31 см, поэтому с легкостью войдет в любой багажник автомобиля. Такая модель холодильника имеет встроенный чип памяти, ЖК-дисплей и сенсорный экран. Работает от аккумулятора, без подключения к сети хватает на 8 часов работы. Как только достигает самой низкой температуры, автоматически отключается. В комплекте, кстати, идет USB кабель для зарядки аккумулятора. Очень красивый, современный и стильный дизайн. Разведи огонь, если твое сердце выбирает меня. Сразу вспомнил слова из песни. И все почему? Да потому что эта зажигалка нереально крутая. Сделана из чистой меди, в виде большого винта с настоящей резьбой. Прям такая супер ретро антикварная. Смотрится очень круто, будет хорошим подарком для истинных ценителей. Да и коллекцию зажигалок можно смело пополнить такой красоткой. На выходные решили собраться с друзьями и посидеть в шумной веселой компании? Хочешь быть героем вечера и собрать все внимание и громкие аплодисменты? С таким набором для фокуса с бутылкой звание главного фокусника твое. Готов удивлять гостей? Добавь немного актерской игры и лови бурю эмоций. В комплект входит весь реквизит для конкурса. Специальная бутылка, прозрачная подставка, металлическая пластина. Особых знаний и умений для фокуса не потребуется. Справится абсолютно любой человек. Электрический одноколесный скутер. Что может быть лучше для прогулки в теплое время? Фишка в том, что скутер может сам балансировать, так что особых навыков или какой-то ловкости для его управления не нужно. Главное не бояться, привыкнуть к нему, и все пойдет как по маслу, а точнее поедет. Такой одноколесный скутер станет отличным развлечением для летних вечеров и поездок в ближние магазины. А это Bluetooth модуль от компании Ergostol. Для чего он нужен? Все очень просто. Вставляете его в свой стол с регулировкой высоты, и вуаля! Вы можете изменять уровень стола со смартфона через приложение. Можно отслеживать статистику, сколько времени вы работаете стоя, а сколько сидя. Сколько при этом тратите калорий. Назначите регулировку высоты по таймеру, чтобы не забывать о профилактике работы стоя. Я думаю, в этот момент вы задаетесь вопросом, что же за стол такой? А я делал про него отдельный выпуск, можете кликнуть по подсказке, чтобы посмотреть его. Или же можете заглянуть в описание и перейти на сайт Ergostol, где есть вся подробная информация об этом.
Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши, глаза и зубы? Я всего лишь просто себе маску такую купила. А еще вместе с маской идут лапы. Маска сделана очень круто и правдоподобно. В пасти находятся зубы, они прям как настоящие. А на лапах даже когти сделаны. Все еще отделано шерстью. И сама маска, и лапы тоже. В общем, учтена каждая деталь. Так что с такой маской напугать кого-нибудь будет проще простого. Только не перестарайтесь, а то мало ли что. А это стамеска, но не совсем обычная. Она скомбинирована с регулятором и специальной площадкой. Этот инструмент пригодится для прямоугольных контуров и выборки. Стамеска будет полезна при установке различной фурнитуры, петель или дверных замков. Врезать замок, например, будет намного легче, так как стамеска уже идет с площадкой, угол которой 90 градусов. Только есть небольшая поправочка. Стамеска не заточена, нужно будет предварительно подготовить ее к работе. Ну и небольшой люфт присутствует. Ну что, кто любитель закинуть в машинку для стирки все вещи сразу и думать, покрасятся они или нет? Вот этот товарчик вас выручит однозначно. Это салфетки для стирки белого и цветного белья одновременно. Вещество, которым они пропитаны, полностью растворяется в воде, а сама салфетка впитает в себя всю ненужную краску, предотвратив при этом окрашивание светлого белья. Мал золотник да дорог, как говорится. Это выражение уж очень подходит для этого карманного фонаря. Несмотря на то, что он уж очень компактный и маленький, светит такой фонарик очень ярко. Фонарик работает от встроенного аккумулятора и зарядки хватает на 60 часов свечения. В пользовании фонарика ничего сложного, оно осуществляется с помощью двух кнопок. Такой фонарик, кстати, можно использовать даже в качестве брелка для ключей, тем более, что специальное кольцо-зацепка для этого имеется. Поэтому его смело можно брать везде с собой, и дополнительный источник света вам будет обеспечен. А еще у фонарика очень крутой и красивый металлический корпус. Рамка для растяжки ног идеально подходит для занятий в домашних условиях. Регулярный курс тренировок позволяет сесть на шпагат в кратчайшие сроки. Основное преимущество тренажера перед другими способами растяжки – это механизм, раздвигающий ноги во время занятий. Вы сами регулируете нагрузку и угол разведения ног. Когда вы тянете рукоятку на себя, происходит разведение ног. Рукоятка регулируется по длине, благодаря чему тренажер одинаково подходит людям разного роста и степени подготовленности. А складная конструкция и сравнительно на небольшой вес в упаковке, удобный для перевозки и хранения. Чего только не встретишь в хозяйстве у современных людей. Особенно на кухне. Множество удивительных приспособлений и новых, необычных чашек, пиалок, кружек. Но что может быть необычнее кружки унитаза? Подобные кружки можно найти применение далеко не только для распивания чаев, но и как конфетницы, резервуару для плавающих свечей, мороженицы, миски для животных и даже как цветочному горшку. Это так мило, кушать мороженое из элегантного миниатюрного унитаза. Пейте на здоровье и радуйте друзей прикольными подарками. Этот макрообъектив выполнен в форме зонда, легендарный проникающий объектив Лаова. В первую очередь объектив является широкоугольным и показывает более широкую перспективу, чем обычная оптика для макрофотографии. Это значит, что объектив может находиться очень близко к объекту съемки и показывать пространство вокруг него. С помощью этого объектива можно показывать больше деталей и текстур, в отличие от привычных макрообъективов, в которых резко остается только небольшая часть объектов. А еще благодаря 40-сантиметровой длине объектива фотографы могут очень близко подобраться к объекту съемки. Например, залезть в горлышко бутылки или просунуть его между страницами книг. При этом сам фотоаппарат будет оставаться достаточно далеко от объекта. Для удобства в объектив встроена подсветка. Очень крутой портативный кейс для размещения на нем аккумулятора. Кейс сделан из достаточно прочного пластика. В нем также имеются входы для USB разъемов, для прикуривателя, а также дополнительные коннекторы. Еще у кейса есть удобная ручка для его переноса в необходимое вам место. А на крышке для более плотной фиксации есть прочный ремень. Такой кейс будет отличным подспорьем при поездках на дальние расстояния, а также при отдыхе на природе. Так сказать, универсальный пауэрбанк, который можно сделать из любого аккумулятора. А это нож-бабочка. По всем параметрам подходит под категорию холодного оружия, однако свободно продается на территории Российской Федерации как сувенирное изделие. Если вы закажете такой нож с AliExpress, то вам он прибудет без заточки, так продавцы с Али обходят проблемы с таможней, продаются с различными скинами.
Накладки порогов с логотипом способны придать транспортному средству индивидуальность, стиль, а также вид, а еще подчеркнуть оригинальность, вкус и неповторимость. Накладки на пороге защищают лакокрасочное покрытие от загрязнений и неблагоприятных внешних воздействий. Изделие также эффективно предотвращает сколы, царапины, трещины и другие повреждения, а подсветка добавит комфорта в ночное время суток. На этом все, друзья. До скорых встреч!